Здравствуйте. Это компания Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас еще с одним измерителем сопротивления изоляции. В этот раз производство компании Sanwa, называется модель MG1000. Он измеряет сопротивление изоляции до 4 гигаом. Тестовое напряжение у него 250, 500 и 1000 вольт. Как обычно, начнем с комплектации и познакомим с режимом измерения. Прибор поставляется вот в таком необычном корпусе. То есть сразу он идет с защитной крышкой, которую можно откинуть, перевернуть и закрепить здесь же на фиксаторе, чтобы не мешала работать крышка. А далее в комплекте идет краткая инструкция. Вот такой набор измерительных щупов. То есть один у нас щуп, второй зажим типа крокодил. Так, и идет ремешок для ношения прибора на плече. Конструкция прибора. Прибор, то есть, идет вот с этой крышкой, как я уже показал. Далее есть на передней панели емкость под установку или укладку сюда измерительных щупов. То есть, чтобы они отдельно не болтались, можно их сюда вложить. Далее, жидкокристаллический экран достаточно большого размера. Режимы измерения у нас выбираются галетным переключателем. Соответственно, клеммы для подключения измерительных щупов расположены на передней панели. Сверху у нас есть отверстие для установки сюда ремня плечевого. Сзади у нас имеется крышка аккумуляторной батареи, я не буду ее вскрывать, там стоит 6 элементов батареи типа размера 2А, то есть обычные пальчики. Они уже идут, кстати, в комплекте с прибором, я не сказал, уже сразу установлены, то есть прибор уже изначально готов к работе. Далее, на левой стороне это у нас фиксатор крышки, соответственно. Вот эта часть крышки резиновая, поэтому она разгибается и можно ее зафиксировать на этом пластиковом зажиме. Ну и все, снизу у нас ничего нет, конструкция такая. Интересная особенность прибора, то есть если мы пытаемся измерять сопротивление изоляции на проводах под напряжением, то здесь есть автоматическая защита от этого, потому что это опасно для жизни. То есть вот смотрите, мы переключаемся на режим измерения напряжение, получаем на дисплее 230 вольт в сети, потому что сейчас у нас клеммы подключены в сеть переменного тока 220, и у нас горит индикатор высокого напряжения, то есть при вольтаже выше 30 вольт у нас этот индикатор будет гореть красным цветом. Теперь мы пытаемся переключиться в тестовое напряжение 250 вольт для измерения сопротивления изоляции. У нас начинает звучать непрерывный сигнал, оповещающий нас о том, что сейчас проводить измерение изоляции опасно, так как провода под напряжением. Соответственно, и на 500 вольт такое же, и на 1000 вольт, естественно, также. Ну и давайте проверим работу мегаомметра в режиме измерение сопротивления изоляции. Для этого будем использовать мультиметр Victor VC97. Переключаемся на постоянное напряжение и включаем прибор. Соответственно, тестовое напряжение выбираем вручную 250 вольт и нажимаем кнопку DH и, соответственно, подаем тестовое напряжение на мультиметр. На дисплее будет показываться именно подаваемое тестовое напряжение, а на дисплее прибора Sanwa MG1000 будет показываться внутреннее сопротивление мультиметра. Таким образом мы проверяем и подачу напряжения, и как измеряет прибор большое сопротивление. То есть вот я подаю напряжение, 279 вольт подается в этом режиме.
режим или внутреннее сопротивление мультиметра у нас 9,97 мегаома, что соответствует паспортным данным. Соответственно, прибор сам разряжает проводники для того, чтобы вас не ударило током. Давайте переключимся еще на 500 вольтовое напряжение и также проверим. То есть подаем 563 вольта, напряжение изоляции или внутреннее сопротивление мультиметра такое же 9,97 мегаома. Такая особенность в работе прибора: чтобы переключиться на тестовое напряжение 1000 вольт, если вы просто переключитесь в этот режим, у вас будет написана ошибка. Соответственно, чтобы подключиться в этот режим измерения, именно в 1000 вольт, так как изготовитель считает это напряжение опасным, соответственно, вам нужно зажать кнопку данную, то есть с 1000 вольт, и переключиться. Тогда прибор включится в тестовое напряжение 1000 вольт. Но давайте я нажму, напряжение будет больше 1000, соответственно, мультиметр, скорее всего, уйдет в перегруз. Да, так и есть, то есть у мультиметра была перегрузка, но внутреннее сопротивление прибор измерил верно, 9,98 мегаома. Ну что, на этом обзор заканчиваем. Прибор удобный в работе, никаких проблем с ним нет, недостатков никаких мы не обнаружили. Прибор сигнализирует о том, что в линии есть напряжение, и он не позволяет подключить 1000 вольт сразу, ну то есть не обдумая ваши действия. Соответственно, но как бы у других производителей такой заботы обычно не бывает. То есть приборы сами выпускаются очень давно и качественно сделаны, соответственно, и конструкция вся, и технические характеристики тоже продуманы. Большое спасибо за внимание. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.